«Пробуй, действуй, достигай». Под таким девизом в этом учебном году будут жить участники городского детского движения «Юнзары». Слоган стал наградой участникам слета за успешное прохождение игровых станций. Лидер команды всех школ справились с заданиями. Преодолевать непростые испытания им не привыкать. «Юнзары» – частые участники городских мероприятий, причем выступают в качестве и организаторов, и участников. Главная цель – это служение нашему городу Заречному, активизация наших подростков, чтобы делать добрые дела, полезные не только городу, но и на раскрытие их личных каких-то качеств. Движение «Юнзары» объединяет всех школьников 5-8 классов. Самые ответственные и активные становятся членами парламента детского движения «Юнзары». Их выбирают в школе, а затем представляют на слете. Кроме этого, на первом собрании составляют и план работы на год. Мероприятия различной направленности, поэтому каждый сможет проявить свои способности. Мы занимаемся тут год. Нам нравится, мы участвуем в разных акциях. Еще мы проводим разные мероприятия, помогаем вести. Вот был город мечты, надо было его построить. Вот мы помогали вести это мероприятие. Ты можешь выбрать себе то направление, которое тебе интересно. Например, организовывать какие-то мероприятия, планировать их на следующий год или участвовать в какой-то благотворительности. Мне нравится работать с младшими детьми и также планировать и организовывать другие мероприятия. В перечне запланированных мероприятий на новый учебный год первой стоит благотворительная ярмарка. Она состоится во Дворце творчества детей и молодежи 14 октября. Собранные средства будут переданы в фонд «Лохматый друг». На слете «Юнзары» предложили провести множество различных конкурсов и акций. Какие будут включены в перечень общегородских мероприятий, предстоит решить парламенту детского движения. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».